установил, вернее, закинул батарейку в зарядный бокс. И теперь мы начнем работу с этой батареей. Но здесь тоже небольшой нюанс у нас. Смотрите, 12,2 вольта на батарее. На этом зарядном устройстве три режима по току, выбора тока. 2 ампера, 4 ампера и 8 ампер. Три типа батареи: гель, обычный свинцовый и АГМ, АГМ. Так, мы подключаем зарядное устройство и тут же ставим первоначально ток 4 ампера. Батарея АГМ. И в этом режиме я буду заряжать до набора этого аккумулятора 13 вольт. Как только я увижу 13 вольт на батарейке, значит, переключаем регулятор тока и ставим его на 8 ампер. Ну что, погнали нашу работеночку. Пока наш зарядник набирает обороты, жрать охота, аж переночевать негде. А на обед у меня сегодня беж. Та-там! Остатки былой роскоши после празднования старого Нового года. Приятного аппетита, Николаевич. Время уже почти 7. Да хули там почти уже 7. Наша GM все так же потребляет гаражную электроэнергию. Впрочем, эти тоже потребляют. Да и те неплохо кушают. Ну а мне пора собираться домой. Ждал, как за окончание цикла у этих двух соток. Отключаю и по коробке еду домой. Интеллектуалка закончила свою работу. И закончила, по всей видимости, уже давно. Я приехал на работу в 10 часов. И заряд был окончен. Так, теперь давайте сделаем, проведем вот такой еще один небольшой следственный эксперимент. Иногда я так делаю. Значит, напомню, что начали мы работать на 4 амперах, потом по достижении 13 вольт я переключил на 8 ампер. А теперь мы сделаем обратно небольшую рокировочку и поставим 2 ампера, то есть включим заднюю скорость. И, как видим, интеллектуалка опять начала работать. Вот она разгоняет до 15 с копейками вольт. Ага. Но иногда пролазит такой маневр с АГМ. Здесь у нас будем считать, что он не пролез. Интеллектуалка сразу переметнулась на 100%. Ну давайте дождемся окончания этого заряда и будем снимать показатель. Вот она переходит в режим хранения. Пока мыргает потихоньку, но пускай как отмыргает, сразу же снимем показатели. Попробую открыть пробочку и добраться до электролита. Попытаемся сделать замер плотности, если удастся набрать хотя бы капельку. Так, что там, ко мне приехали опять? Вот с утра. Или нет? Не ко мне. Вот он как. До 12,9. Интересный, конечно, алгоритм работы, но посмотрим. Посмотрим, давайте. Ну вот, при подключении на 2 ампера
у нас что получилось? Интеллектуалка вернулась к исходному положению, то есть начала с первого режима. Здесь сульфатации как бы с 12,9, и сейчас она быстро, очень быстро прогнала все вот эти вот режимы софт, бук, абсорбацию, тест модели. Вот сейчас она производит дозаряд 15 вольтами или вольтами. Это буквально происходит уже минуты, наверное, 3-4, не больше. Ну, посмотрим. Давайте посмотрим, промониторим, как работает автомат, автоматика на этом интеллектуальном устройстве. И нам нужно добраться до нашего Foxwell и снять тесты с нее. Час 15 минут интеллектуалка еще работала на 2 амперах с нашим AGM аккумулятором. Давайте сейчас подключу тестер и сразу же снимем показатели. Они, конечно же, будут некорректные, но нам даже с некорректными показателями нам важна динамика. Так, отключаем. Так, давайте подключу, потом включу запись. Подключу тестер. Так. AGM EN760. Замените аккум. Так, ну давайте отпечатаем. И пойдем-ка сравним показатели, которые у нас были до момента установки на интеллектуалку. Так, а вот она, вот 15.06. Итак, мы видим, 476 было пусковой, сейчас 529, сопротивление 5.21 на текущий момент, было 5.77, сох был 63, сейчас сок у нас появился 70, и сок у нас 100%, так как батарея полностью как бы заряжена, выше 15,3 вру, 15,1, 15,2 пару раз мелькало, бывает 15,3. Но на этой батарее 15,3 я ни разу не увидел на интеллектуалке. То есть давайте вернемся к нашим помидорам. Принцип заряда на абсорбации, то есть на бук и абсорбации, то есть накопление и абсорбирование у нас прошло. И если бы мы работали на вымпеле, то мы бы выставляли следующие параметры. Значит, напряжение у нас, окончание заряда, если на 57-м вымпеле выставили бы 14,9, но если у кого есть 37-е зарядное устройство, 14,8 выставляем, 0,1 вольта нам решающего значения не даст. И теперь по току мы ставим
не выставляем 20%, выставляем 10% потока, то есть батарейка 70-амперная, 7 ампер выставляем и до полного снижения зарядного тока. Накопление у нас произошло, а теперь, друзья, тут же без отстоя, так, подключим у нас вот это, так, подключим мы 57-й выпил, и как рекомендуют нам рекомендодатели, проведем дозаряд. Дозаряд будем проводить 5%, то есть, и напряжение выставляем 15,6 вольт окончания заряда. Так, 15,6, как требует нам не производитель, но один из ведущих специалистов. Вот 15,6. Так, и 3,5 ампера. Ну, вот так вот. 3,6, ничего страшного. Подключаем зарядник. Время у нас без 22. И начинаем работу. Как видим, ток сразу начал резко падать. Пошел резко на снижение. Ну, посмотрим, сколько батарейка возьмет в себя до заряда. А я совсем забыл замерить, попытаться замерить плотность. Ну, давайте сейчас я попробую добраться до электролита. Если у нас получится, то мы сделаем замер рефрактометром. Хотя бы капельку электролита надо выдернуть. Давайте, пока идет заряд, вытащу пробку. Нежелательно ее, конечно, сейчас вытаскивать. Давайте сделаем это после дозаряда. Напомню, что перемешивание у нас в таких батареях электролита должно проходить под внутренним давлением. Производим первую проверку при 15,6, при дозаряде 15,6 вольт. Как видим, практически выделений газов нет. Батарея практически не кипит. Не наблюдаем никакого кипения, но видим большое увеличение уровня электролита. То есть электролит у нас как бы набух. Вот еле-еле видим. Вон пузырек вышел. Еле-еле идет пузырение при 15,6 вольт. На 15,6 вольт. Вот таким образом у нас происходит кипение на рекомендуемых алгоритмах. Я уже не говорю о 14,8, 14,9 вольт. Кипения абсолютно никакого батареи мы наблюдать не будем, не сможем. Его попросту не будет. Но видим увеличение уровня электролита при заряде. Абсолютная тишина в банках. Билл Дарден, мы тебя, конечно, послушались. Сделали так, как ты нам советуешь. И
видим картину маслом. Друзья, я надеюсь, что это все вам видно и все наглядно. Добрый день, дорогие друзья. Каждый раз порываюсь завершить ролик по работе с SGM до финала, но по каким-то обстоятельствам у меня это никак не получалось. Рассказывать о них не буду, чтобы, как пишут в комментариях, не лить воду лишнюю, ныть и жаловаться вам. Ну, давайте рассмотрим работу с AGM батареей, обслуживание AGM батареи на примере вот такой батарейки. Это Excite 70 ампер-часов с пусковым током 760 ампер по ЕН. Батарейка не скрывается, пытался добраться, думал, вот эти крышечки зерну, никак не получилось. Значит, вот здесь дата, судя по дате, наверное, батарейка 15 года. Если я не прав, напишите в комментариях и поправьте меня. Так, вот такие показатели. Батарейка выдала. Сох 23%. 46% заряда. 372 ампера батарея выдает. На НРЦ 12,28, сопротивление 6,16. И в этом ролике мы рассмотрим два варианта работы с этой батареей. Первый вариант — это тот, который рекомендуется производителем. И второй вариант — это... А вот какие-то даты еще, блин. 12-19. Это что такое у нас? Ух ты. Возможно. А, наверное, 19-го года все-таки. 12-19. Вот это вот, наверное, дата, да? Только что заметил, друзья. 12-19. Это что? Практически свеженькая батарейка. Да, и второй вариант — это так, как работаю я с AGM батареями. И, ну, на сугубо мое личное мнение, давайте его пока оставим в сторонке, пусть мое сугубо личное мнение пока полежит в запасном углу. Мне хотелось бы, чтобы сугубо личное мнение сложилось у каждого из вас, кто просмотрит этот ролик. Батарейка у нас холодная, время уже 6, почти 6 часов, поэтому закинем вон туда на обогревчик. Там у нас 4 жмурика стоит, с которыми нам предстоит... Слушаю. Вернулся клиент за этой батареей, говорит, ну, я его предупредил, что скорее всего я буду эту батарею сверлить корпус. Видимо, у него возникли какие-то сомнения, вернулся. Я не против, забирайте, пробуйте сами. Я вот поставлю на автомобиль, и, возможно, на автомобиле он зарядится. Прочитал небольшую лекцию о автомобильном заряде, тем более у него генератор выдает 13,5 вольт. Вот сейчас мы подходим к самому интересному. А самое интересное — это, на мой взгляд, на чем эта батарея стоит. Вот догадайтесь с трех раз. 3 секунды подумали, погадали. Не угадали. Батарейка стоит на ВАЗ-21010. Ну, надо посмотреть, что там за ВАЗ. Возможно, эта батарея
в два раза дороже стоит, чем этот ВАЗ. Ну, не в два, в один, ладно. Абсорбер ГАЗ МАТЕ, Superior Power, Regenerative Braking, Intensive Use, Recommended for Start-Stop. Ну, конечно, это рекомендуется, но не рекомендуется. Итак, друзья, ставим батарейку на отогрев и завтра начну с ней работать. Вплотную с утра, и весь процесс работы постараюсь снять на видео для вашего ознакомления, обсуждения и принятия очередных каких-то выводов. Друзья, немножко подумал, самую малость, да-да, хейтеры, я иногда думаю. И решил сделать замеры еще и на Фоксвелле. Мы не будем пропускать такую удачу, потому что RGM привозят не каждый день, примерно раз в неделю. Бывает реже, бывает чаще. Так, вне транспортного средства. И погнали теперь вот в таком режиме старт-стоп. Клеммы сверху, клеммы сверху. EFB, AGM, AGM. EN 760 ампарчиков. И, блять, в кнопках запутался под конец рабочего дня. После зарядки, да какой же после, до зарядочки. Госномер, да не надо нам госномер. Так, ну-ка давайте отпечатаем. И что мы видим? Так, пусковой 367 372, по соху 49%. Вот как лихо то а? На конвейчике 23% он выдал, процент заряда 50, здесь 46. Напряжение 12,28. Сопротивление у нас здесь было 6,16. Здесь 7,38. Почему-то на Фоксвелле сопротивление всегда показывает, указывает больше. Так, ну давайте для пущей важности замерим еще и напряжение. Мультиметром. Так, бляха муха, как бы нам вот так вот, что ли, блять, раскорячиться. Жить захочешь, не так раскорячишься. Так, 12,23 вольта. Ну а теперь на этом сегодняшнюю видеозапись мы заканчиваем. Ставлю на отогрев, занимаюсь теми отморозками. И завтра с утречка начнем вплотную кувыркаться с этим эксайдом. Батарейка за ночь у нас отстоялась, прогрелась. Сейчас на батарее 21 градус, ну, чуть-чуть температура прыгает, потому что одной стороной стояла ближе к печке, ну, тепло сейчас, оно распределится по батарее. Давайте сделаем замер после прогрева и отстоя батареи, после прогрева
Отстаивать нам ее пока еще рано. И давайте сравним, что нам дает прогрев. Как видим, поднялось напряжение, также вырос пусковой ток, упало сопротивление, вырос сох, и также выросло у нас, вырос процент заряда. Вот так, кто-то приехал ко мне. Минутку. Приезжали за батареей. Так, на чем мы остановились? Да, параметры у батареи после прогрева улучшились. На что я еще обратил внимание перед тем, как принимал батарейку. Боковины у нее раздутые, то есть раздутость может быть следствием как замораживания батареи, так и перезаряда. Значит, с чего начнем нашу работу? Ну, как правило, с такими батареями я начинаю с крайних банок. То есть вначале засверливаю крайние банки и смотрю на состояние пластин. Если они пересохшие, то придется засверливаться в каждую банку. Если же в крайних банках у нас пластины влажные, то смысла засверливаться я не вижу. Как правило, выкипают крайние банки, чаще плюсовые, ну, это по моим наблюдениям, но бывают и минусовые. И начнем работать, нет, давайте до этого дойдем, вначале сделаем отверстие, затем снимем состояние пластины вот на такую зонд-камеру. Вот такая у меня зонд-камера. А потом уже будем действовать дальше по обстоятельствам. Посмотрел, заглянул, вернее, вовнутрь и увидел там сахару. То есть пластины абсолютно сухие, поэтому будем засверливаться во все банки. Сейчас засверлюсь, опять снимем состояние пластин и будем доливать водичку. Проверяем первую банку. Обычно для проверки, для того, чтобы удостовериться в аккумуляторах, в уровне и в плотности, я сверлю две дырки в первой и в шестой банке. Вот на, как видим, первая баночка у нас сухая, и шестая также у нас пересохшая. Как видим, электролитом здесь не пахнет. Стекломаты абсолютно сухие, и поэтому придется сверлить все банки и доливать водичку. Будем доливать, будем вначале сверлить, а затем доливать. Вода залита, пластины имеют жирную структуру, много воды заливать не стоит, воды нужно долить ровно столько, чтобы пластины едва-едва были прикрыты. То есть сами маты имели жирную структуру и жирную такую влажную структуру. Но нежелательно, чтобы вода сверху как бы не булькала, блядь, а
вода сильно покрывала пластины, потому как в процессе заряда у нас уровень электролита будет расти и подниматься. Почему решил долить? В принципе, батарейка-то не сильно старая, 19-го года, грубо говоря, батареи ровно 3, нет, ровно, да, ровно 3 года, блядь, с математикой очень плохо. И напоминаю, что батарейка эксплуатировалась на ВАЗ-2110, батарея стояла под капотом, и как бы нам не хотелось в условиях подкапотного пространства, даже вот такие необслуживаемые батареи, они у нас будут выкипать. Теперь, что мы будем делать дальше? Так как это у нас батарея ВРВА, так, где у нас написано ВРВА? Так, где-то я... GM. Так, где-то оно было написано. Друзья, где-то было написано, либо я наклеечкой закрыл эту надпись, либо она где-то была здесь. Но в любом случае, AGM это подразумевает под собой батареи ВРВА, то есть батареи, которые работают под давлением. Поэтому мы сейчас закроем эти отверстия, и кроме одного, наверное, плюсовую баночку мы оставим. И если получится у нас, если у нас удастся по одной баночке контролировать плотность, мы это попробуем сделать. Если не получится, ничего страшного. Я думаю, что электролит мы сможем полностью перемешать, даже в таких закрытых как бы батареях. И по итогу сделаем полный заряд. Полный заряд и полное обслуживание. Ну что, приступаю к закрытию этих банок. Засверлились и залили по 40 мл воды во все банки. Первая баночка. Как видим, пластины имеют жирную и такую влажную структуру. Следующая баночка. Так же самое. В принципе, можно было и долить и по 50 мл, но с учетом того, что батарея разряжена, залил именно столько. Следующая баночка. Пятая и шестая. Пластины имеют влажную структуру. Поставил пробочки. Так, для тех, кто постоянно пишет, что я использую, использую вот такие пистоны. Пистон, заглушка ВАЗ-2110 08-10, город Сызрань. Ну, их не только в Сызрани делают. Вот такие пистоны. Практически все в городе скупил, уже начали поднимать цену на них. Так, оставил один пистон не до конца забитый, но этого в принципе достаточно будет, чтобы газы не выходили отсюда.
и чтобы внутри создалось внутреннее давление для того, чтобы электролит, которым пропитаны стекломаты, начал перемешиваться. Он у нас перемешивается при условии высокого давления внутри батареи. Так, ну, даем батарейке отстояться час. Обычно я даю сутки отстаиваться, но у меня нету этих суток. Минимально нужно отстояться час. И после заливки сразу сделаем замерчик. Снимем показатели, которые мы будем иметь на выходе после заливки. И продолжим работу. Два часа с лишним простояла батарейка на отстое после заливки воды. И давайте снимем параметры. АГМ EN760. Так, и что мы видим после заливочки воды? Бляха, муха. Муха, бляха. Так. Последний замер 12.26 был. Да, почти 3 часа. И 15.06. Так. По НРЦ 12.22 НРЦ упало. Немножко сдулся пусковой ток. Сопротивление у нас выросло после заливочки и отстоя. Теперь СОХ был 64, стал 63. И заряд 59 был, стал 53. Ну что, друзья, теперь самое время, наверное, поговорить о том, как мы будем работать с этой батареей. Значит, немного о том, как с батареей рекомендуют специалисты очень высокого уровня. Но это у меня вот такой талмуд от Билла Дардена. К сожалению, ссылку дать я уже не смогу, потому что она не работает. Это я скачал с интернета. Билл Дарден — один из ведущих специалистов компании Варта. И вот такие графики, которые он рекомендует нам к работе с аккумуляторами AGM. Этот график снят с зарядного устройства. Вот на следующих графиках приведены примеры алгоритмов зарядки, используемых зарядными устройствами Deltrach, Battery Tender для спортивных аккумуляторов, автомобилей и аккумуляторов глубокого разряда. Вот такой график. Давайте попробуем разобраться, что же нам они советуют. Значит, здесь на примере 50 амперной батареи, 50 амперного аккумулятора, рекомендуют заряжать током 10 ампер до, то есть заряжаем постоянным током до напряжения 14,9 вольт. Как только у нас достигает напряжение 14,9 вольт, работаем постоянным напряжением. Это вот эта
автоматическое зарядное, ну я так думаю, что оно автоматическое зарядное устройство с таким алгоритмом заряда. Значит, из 10 ампер у нас ток падает практически до нуля. Это является у нас окончанием заряда. Кстати, это зарядное устройство у нас трехрежимное, значит, трехэтапное, будем так говорить. И затем проводится дозаряд до напряжения 15,6 вольт двумя амперчиками. После окончания дозаряда, буквально 2 часа мы видим, 2 часа длится у нас, должен длиться дозаряд, и переходит батарейка в режим буфера 13,6 вольт. От 50 ток поддержки до 100 миллиампер. Вот так нам рекомендуют ведущие специалисты. Таким образом мы и проведем первоначальную работу. Вот согласно вот этим алгоритмам, согласно вот этому графику. Но одно но, вот мне подкинули здесь задачку с несколькими неизвестными. Привезли батарейки от после обслуживания одного аккумуляторщика. И надо будет разобраться, потому что во всех банках у нас очень сильно пляшет плотность в этой батарейке. Эти батарейки были у меня осенью, ранней осенью. Была проведена работа, батарейки вышли на заводские параметры, но парни удачно их высадили. Ну, с теми батарейками я, как говорится, разберусь. Надо разобраться еще с этими батарейками. И здесь у меня еще чуть-чуть тоже работки хватает. Почему, к чему я это говорю? Друзья, я буду работать с этой батареей, дабы не уделять ей очень много своего внимания. Я поставлю на интеллектуальное зарядное устройство, которое имеет примерно такие же алгоритмы, как здесь. Вот это вот у меня устройство. Поставлю и, как бы, по идее, должен ковыряться в носу, но ковыряться мне в носу времени не будет. Блин, время 3 часа, а я еще не время, как говорится, другое дело делать, а я еще не жрал. Поэтому я воткну его туда, и пусть интеллектуалка работает за меня, вместо меня, помимо меня. Но если у вас такого зарядного устройства нет, то работать нужно следующим алгоритмом. К примеру, либо 55-й, 57-й, и также можно работать на 37-м вымпеле с этой батарейкой. Выставляем ток 10 ампер, мы, конечно, не будем, 10 ампер, это 20%, 20% мы заряжать не будем, так как, ну, большие токи я не приветствую. Кстати, здесь вот у нас по поводу кипячения, здесь вот так они смутно, но намекают. Значит, по возможности используйте рекомендации производителя аккумулятора и значение напряжения с температурной компенсацией для обеспечения оптимальной емкости технического обслуживания и срока службы. Соберите зарядное устройство именно так, для типа батареи,
и убедитесь, что напряжение зарядки совместимы, за исключением вот это вот, прошу отметить и понять, за исключением гелевых кальций-кальций батарей, ВРВА, вот что нам требуется, это любителей похейтить, что, блядь, ты что творишь, почему ты заряжаешь с перезарядом. Небольшой перезаряд немного лучше, чем недозаряд. Избыточная зарядка гелевых кальций-кальций батареи ВРВА может вызвать образование пустот между пластинами, что может привести к потере емкости. То есть с перезарядом мы можем заряжать обычные кальций-кальций батареи, в том числе и EFB, но ни в коем случае не ВРВА. АГМ и гелевые батареи, они к перезаряду более более капризны, и перезарядом можно в принципе, как рекомендует нам грамотный человек, можем мы батарейку умотать. Так, ну что, сейчас закидываю на интеллектуалку и по процессу работы будем дальше включать нашу запись. Так, ну еще что хочу сказать. Вот не рекомендация какая: не заряжайте пусковую батарею при температуре ниже 0 градусов по Фаренгейту или 17,8 градусов по Цельсию. Это то, как раз о чем я очень часто говорю, что я стараюсь прогревать аккумуляторы, прежде чем начать заряжать или начать стараюсь прогреть до 20 градусов. Очень редко я начинаю заряд при плюс 10 градусов, но это от плюс 10 и выше, но не ниже ни в коем случае. И теперь по поводу температуры, друзья, если залитый влажный аккумулятор нагревается до температуры выше 125 градусов по Фаренгейту, 51,5 Цельсия, если он сильно выделяет газ или извергает электролит, временно выключите. Ну, это касается вот таких залитых батарей. 51,5 градусов я никогда, я вообще приветствую, вернее, не приветствую, а основывался на том, что нельзя перегревать выше 45 градусов. Ну, здесь чуть ребята, не знаю, или погорячились, или ну, вот рекомендуют 50, не выше 51,5 градусов. Но вот такие батарейки ВРВА не выше 37,8 градусов. То есть, если мы только, если намечается термометрия на разгон температуры на батарее, заряд следует прекратить. Вот как-то так. Ну что, много говорю, мало делаю. Приступаю к основному заряду, к предзаряду и абсорбации. Это все сделает за меня интеллектуалка, а я пока займусь вот этими парнями, которые сидят и ждут моего участия в их судьбе.